И всем поклон, с вами Дрон, и сегодня я сделал реакцию снова на канал Фауста. Совсем недавно вышло новое его видео под названием «Специалист по бутылкам». Думаю, этот ролик будет так же смешон, как и все предыдущие, так что предлагаю сразу начать уже. Юра, ты опасен. Юра, ты преступник. А ты в курсе, что нам нужно его в ППС ввести? Так ты не там, блин, не там ППС. Остановись, дай руль, я доеду. Там он на мотоцикле. О, смотри, тот же Пупкин. Это твой брат. Привет, брат, я тоже Пупкин. Узнал меня? У нас общая мать Татьяна. Мы братья. А мать-то одна. Подожди, давай за ним проследим. Он об этом не знает. Он не слышит нас, потому что мы с закрытыми стеклами. Мы можем сказать, что он лох. РП. Да, только то, что у меня дверь открытая, блядь, это заебись. Что здесь делает? Я замыгала в машине. А ты чё с бабочкой? Ты на 1 сентября собираешься? А, я, ага. Пиздец. Дарт Вейдер, вы охуели? Не подскажешь адрес Звезды Смерти? Так, мы просто очень толерантны. Мы очень толерантны, поэтому надо было говорить пидорас. Помогите нам, Спуди. Вы нужны, блядь, городу. Ты, блядь, городу нужен, Алена. Какой-то не такой уже. 1.5, только скажи за что. Я, короче, был в офлайне, вошел 1.5, фигля, я не поиграть не могу, ничего. Ну все, это 1.5. Да ты что, не знаешь, что за статья? Да тебя вообще ебет, ну посидишь за что-нибудь. Опа, Сава, бал здорово. Здравствуйте! Здравствуйте, вы разыскиваетесь. Вы не сдали домашнее задание. Ваш классный руководитель просит найти вас. Всего 5 звезд сразу за это. Классного руководителя, как зовут? Блять, отвечай на. Стоять! К обочине! Выходим из машины! Водитель Бильбабина, остановитесь! Бильбабина, что? Догоним. В ленту. Рыбки красные захотел, наверное, с аквариума. Тормози его, блядь. Стоять нахуй! Ой. Андрей! Скажите, это жалко. Ой, уезжай отсюда, здесь музыка. А это я случайно включил. Хочешь еще послушать? Нет, мне не нравится, вырубки. О, езда в неположенном. Это моя машина! Стоять! Ну, ёбка, вы просто подъехали и начали расстреливать машину. Максим, извиняюсь, конечно, вы что, дегенерат, блядь, что это за наклейка? Это что, в какой? Я наклею не вчера. Максим, вы бы сразу сказали, что вы уже на отставе, Максим. Можете проголосовать за умную на отставу? А, вы еще и мэры, Максим, а вы не охуели ли, Максим? Да все нормально. А почему он преступник и требует задержания? Вы богатый преступник, будущий мэр, идеальный мэр, мне кажется, прям. Видите, вот там вот дерево посажено, это я посадил. А также вы посажены. Это точная взятка. Извините, гражданка, по лицу вижу, что вы Оксана, здравствуйте. Какая вы видите, если на зрение, знаешь, какое мы тебя богатого за километр увидели, блядь, богатый. Да ну нахер, ну серьезно, блядь, они меня тут держат, заложника, блядь. Слэш мид, открыл капот, слэш мид. Юра, спаси меня! Всем постам, разыскивается белый Панамера. Генерал говорит. Сбежали. Я генерал, личный воин. Всего доброго. Слышь, он на меня оружие направлял. Нифига у тебя. Где я воевал? Сколько раз за пивом бегал, что такое на себя накупить? О, здорово, Саб-Зиро. А заморозь? Ты охуел? Блядь, что делаешь? Что за мутоком? Паш его ног. А где второй нахуй? Ты в наручниках, ты мути, чел. Подожди, дай твоего друга попинаю. Давай вместе. Присоединяйся, я тебя подведу. Пинай друга, я сказал. Пинай друга. Ой, блядь. Ну ладно, давайте с нами поездим. У нас сегодня акция. Преступник ездит вместе с полицией. Полиция, это бродинация. Друг, ты чё, мало было? Тебе ещё раз? Тебе чё? Тебе добавить? Мне добавить? Генерал, что вам нужно? Он на меня напал с оружием. Человек, отпускайте. Вы на нас напали с оружием! Мы знаем, что вы это, ночью переодеваетесь в сампета. О ваших сексуальных предпочтениях тут не спорят. Но вы нарушили закон. Настюх, за сотку в попу, да?
Сейчас я тебе покажу другой город. Дебил, я там номера покупал, блин. А, ты нигде не был, да, Гарри? Я говорю, да-да, был я там. Сейчас покажу тебе. Я там был! Значит, мы по программе обмена сотрудниками, чтобы мы поучились у вас, как правильно действует ПП. А, ну может. Сейчас будем учиться. Молодые, я просто начальник. Молодые. А почему молодые? Молодые, у вас физиономия молодые-то. Я старый уже. Слышь, ты на физиономию не смотри, я духом силен. Какого вы элитного отдела? Вы взяток больше можете брать? ПСО, потому что мой отдел занимает охраной первых лиц города страны. Охуительная информация. Взяток, я говорю, больше берете, нет? Учимся кататься на машине сотрудниками, вообще не умеем. И правда, выглядит как будто сперматозоиды в матку вот соревнуются. Давайте, кто быстрее в матку? Давай, Владислав, давай. Быстро построиться. У меня с головой хуёво. Хуёво, потому что я на Донбассе бух. Мина взорвалась, я тебе без ноги. Он на Донбассе бух, а потом теперь только через трубочку ням-ням. Теперь на холоде мой писюн превратился в палочку. Кто может потереть бонитовую палочку вашего сотрудника? 100 рублей, я. Первая ставка. Темка, пошли ты, Дем. Молодцы. Дружный коллектив, сразу видно. Ты же сомневаешься, что это пахнет. Не, как раз таки его палочка пахнет. По-мужски, реально. Наши мы лейтенанты, блядь. Ладно, поехали. Ну, младший лейтенант. А ты чё с нами сидишь, кстати? Я просто забыл. Напомни. Специалист по бутылкам. Так, быстро везем его домой с мигалками математику делать. Сука, мы в субботу учимся. Какого хуя? Конфликтная ситуация на дороге. Карен, бутылку ему. Чё, бутылку? Я ваших мамок ебал, пидорас. А ты знал, что он в Дурмовске? Это вдвойне оскорбительно. Он мой, я его возьму. Я взял. Все. Да, желаю, нужна помощь. Получается, в патруль. Ну, получается, что мне похуй. Я сотрудник ГРУ, служил в армии. Так я понимаю, но трусы стирать не буду, братишка. Поедем, я с вами посмотрю, как вы. А что вы хотите посмотреть вместе с нами? Как ты человека посадишь? Да. Что-то мы, блядь, не в ту сторону, мне кажется. Да мы ебать едем. По машинам! Мы тренируемся бегать по лестницам. Ай, блин, я тренировал. Что за хуя, не понял, блин. Что вы бегаете? Мы тренируем нашу сноровку, чтобы не были большие пивные животы. Наша должность иметь большие пивные животы. Вы позовите фракцию. Блядь, Паул, что ты тут забыл, бля? Стоп, кто это? Это... Блять, понимаю. Товарищи лейтенанты, почему не пришли на построение, которое назначено было? Вам честно? Конечно же. Нам похуй. Мы ебали. Слышь, вам по выговору каждому. Что вы тут делаете? Идите уваляйтесь. Видео записали все. Андрей, еще деньги не пришли, поэтому мы ждем. Кто будет хорошо себя вести, потом пойдем пить. А можно водку? Это запросы. Блять, на нахуй. Работаем. С машины выходим. Стоять. Блин. Это все. Я бы хотел уточнить. Допустим, у меня друг сел, сколько стоит, чтобы у него камера с PlayStation и телевизором была, и чтобы с Яндекс.Еды можно было заказывать. Его на 5 лет. У нас все одинаковые. Да не пизди, блядь. Ай-яй-яй, за что стреляют? Пацаны, вы что начали, блядь? А что произошло? Извините, ваши бойцы на нас напали. Да, мы сотрудники горки. Давай. Давай! Там заключенные, блядь! Че мне скин вызывает на связь, что вы их раните? Бля, по-моему, у него тачка-то будет. Да, блядь. Смертельный номер! Он догоняет. Мы же! Нет! Я сейчас не понял, что это было. Я отошел, вообще-то в ФК стоял. На вас? Насрали. Мы едем за тмой. Вы слетаете со службы за то, что меня не было. Что ж такое? Уже каждые 5 минут слетаем. Почему на тебя жаловали? Почему на тебя жаловалась классно руководить? Жалко, ну чё, Дань, давай рассказывай, пока времени. Да, мы тебя готовы выслушать. Смотри, мы сейчас будем примерно на том же уровне, как и твой IQ. Ты же знаешь, в какой стране мы живем. Прекрасно. В нашей стране есть символы. Родина-мать, статуя в России. Да, статуя свободы. Это не в России. Кафелевая башня. А вот есть именно символы того, что именно Россия является самой прекрасной. Знаешь этот мост? Да, нет, друг, я в этом не участвую. Они даже намылили специально перила, чтобы ты упал. А чё церкви? Это ЗАГС. Ты хочешь, чтобы мы поженились? Опа! Я должен иметь недвижимость, чтобы тебе предложение сделать. Да чё за хуйня, алё? Абьюзерные отношения какие-то.
Давай, веди меня в любой его дом наверху. Да вот он домик. Да вот здесь, где там недалеко от ЗАГСа, чтобы было, чтобы развестись. А ты чё, типа Трамп? Он меня заставил, блин. Типа Трамп. Дорогой, выйдешь за меня? А чё я в другого превратился? А так все мужья после свадьбы. Да, конечно, ты на себя посмотри. Ты вообще белобрысая была, стала рыжая стерва. Вот это любовь, конечно, у них. Ладно, пойдем на развод. Так быстро. Я устал. Пол хаты твоя, да? И пол твоей Мазды тоже моя. Разрежем. В этом видео я играл на Next RP. Скачать игру, группа Next RP в ВК. Да. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилась моя акция, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ролик был, конечно, ух, смешно, как всегда. Если вы хотите, чтобы я посмотрел что-то еще из Фауста, пишите в комментариях. Ну или просто предлагайте, какие ролики вы хотите, чтобы я посмотрел. На этом все. С вами всем поклон. С вами был Трон.